Традиционно 9 октября отмечается Всемирный день почты. Цифровая коммуникация стала неотъемлемой частью нашей жизни. Но роль почтового сектора не перестает быть актуальной в повседневной жизни людей и организаций. Обычно именно они доставляют поздравления и открытки адресатам. Но в профессиональный праздник все теплые слова звучали в честь виновников торжества. Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» сегодня является национальным почтовым оператором в Республике Беларусь. В стране более 3000 объектов почтовой связи, которые предоставляют как профильные, так и непрофильные услуги населению. Важное место в Гродненской области занимает Сморгонский региональный узел почтовой связи, в состав которого входят Островецкий и Ашмянский участки. Трудовой коллектив порядка 280 человек, среди них более 115 в Сморгоне. В среднем за месяц доставляется 12 тысяч регистрируемых почтовых отправлений и 76 тысяч простой письменной корреспонденции, 233 тысячи печатных средств массовой информации. Оформлено 17 200 подписного тиража на печатные средства массовой информации. Уже на протяжении 5 лет Сморгонским региональным узлом почтовой связи успешно руководит Алиция Витольдовна Гидроиц, которая более 20 лет своей жизни посвятила работе в отрасли. Она пошла по стопам брата, который и порекомендовал ей поступать в техникум связи. Начинала свой путь Алиция Витольдовна в качестве оператора в Молодечнинском узле. А почта наша развивается. Сегодня у нас каждый почтальон, включая и город, и село, обеспечены мобильными почтальонами. Что включает этот комплекс? Мы можем в режиме онлайн оплатить, снять деньги с карточки, положить на карточку, сделать подписку, привезти какие-то товары народного потребления. У нас появилась уже электронная очередь. У нас много моторизованной доставки почты. В работе с юридическими лицами мы переходим на обслуживание на электронные авансовые книжки. Для меня коллектив – это самое главное. И без коллектива я, наверное, не состоялась ни как руководитель, ни как специалист. И в этот праздник мне хочется сказать большое спасибо нашим ветеранам, каждому работнику, пожелать всем мирное небо над головой и, конечно, огромного здоровья, чтобы было желание у каждого идти на работу, как на праздник. 9 октября во всем мире отмечается Всемирный день почты, который объединяет порядка 190 стран, включая и Республику Беларусь. В честь профессионального праздника ряду сотрудников вручили награды различной ведомственной подчиненности. Слова поздравления и благодарности за труд виновникам торжества высказали председатель районного совета депутатов Сергей Кудинчук и заместитель председателя Сморгонского райисполкома Дмитрий Станкевич. Среди награжденных и Регина Збигневна. Ее знают в каждом доме Кревского сельского совета. Для большинства жителей пожилого возраста она целый мир со свежими новостями. Зачастую женщине приходится быть и психологом, который не только выслушает, но и порою даст дельный совет. Даже в век интернета и высоких технологий Регина Гордевич не считает свою профессию вымирающей. Работаю уже где-то 16 лет на почте. Предложили работать на почте, подружка моя. Надо было почтальона, ну и пошла. Еще было отделение Милыкова, почта у нас была. Ну вот, работала там. Это работала 3 года водитель почтальона. Уже работаю теперь почтальоном 4-го разряда. И у меня уже мотодоставка. Работа нравится, общение с людьми. У меня где-то 20 деревень. Это Кревский сельсовет. Доставляю и корреспонденцию, и товар. Много, ну, бабушек у меня много, которые просят там привезти что-то.